устроили рейдеры, я в нас сомневалась, но мы выдержали. База отлично выглядит. Круто, что ты и переговоры вести умеешь. Очень тяжело понять, что в голове у рейдеров. После того, что они сделали с моим Ричардом, кажется, они думают только о себе и о своих развлечениях. Так себя ведут только плохие люди. Ты виделся с Иосифом? Храбрый поступок. Чувак, за дело! Скоро буду! Исходит из этого крохотного дельца. Привет, человек. Ну, привет. Сейчас тебе понадобятся резиновые сапоги, Монами. Ручка Петя работает на полную катушку! Чекса, Чекса!
Кучка рейдеров сейчас тусит в парке развлечений к югу отсюда. В бою. Точно могу сказать. Они там не визжат от радости, катаясь на каруселях и все такое. Они ищут всякую хрень, которая сделает их сильнее. А нам нужно им помешать. Слушай, рейдеры там все оцепили, так что нам нужно быть очень осторожными. Лады? Ну что, погнали? Дай знать, как будешь готов. Твоя помощь бесценна. Осталось чуть-чуть. Прикончим. Подробный отчет о том, как вы Дэми дела с женским населением. Последние 3 месяца я прочитал больше книг, чем за всю жизнь. Факт! Целых 2! Про малышей. Жаль, там не было картинок с голыми титьками. А ведь я когда-то прочитал целую брошюру про диагностику рака груди в домашних условиях. А все потому, что там были фотки сисек. Интересно, остались ли у них хот-доги? Я очень люблю хавчик в форме пениса. Нет, не компенсирую.
Не верь тому, что пишут в газетах. Ту гонку выиграл Зайц. Сам видел. Не пускали в парки развлечений, потому что у акулы стоит на людей в костюмах животных. Он разок пытался подрочить гигантской мыши. После такого дорога в эти парки была для нас закрыта. Интересно, остались ли у них хот-доги? Я очень люблю хавчик в форме пениса. Нет, не компенсирую. Слушай, короче, неожиданный вопрос. Дружище, не знаешь кого-нибудь, кто делает обрезание? У меня просто комплекс какой-то развился. Ну, знаешь, так бывает. Я боюсь, что мелкий может принять акулу за своего папу, потому что у его дяди в трусах жуткий муравьед, а не хёрковский сверкающий гриб-мутант. Это все старость, да?
Впереди кто-то есть! Циркулярку бы сейчас. Как-то раз одним махом убил 6 человек, просто взорвав вот такой ранец с топливом. Эй, смотри, как я бесшумно двигаюсь! Обычная тачка, но для колёс колёса обозрения.
понял, я валю отсюда! Дело сделано. Пора тебя вытаскивать. На въезде в парк чисто. Приземлюсь там. Уже иду! Пусть валяется в грязи!
тачки порхают. Хорошая работа, Моломи. Летим домой. Короче, было время, когда я подозревал, что я потомок оборотней. Более того, что я сам оборотень, если уж совсем честно. Я так думал, потому что просыпался в поле голым и ничего не помнил о прошедшей ночи. Все оказалось проще. Иногда я раздеваюсь на тусах. А после туз я вообще нихера. То, что ты делаешь, очень важно. Процветание растет. Чувачок, для тебя всегда открыты двери чертогов моего разума. Что такое оргазм? Святые хапцы. Стручок, ты по адресу. Я эту речь репетировал, прикинь. Ну, типа для нашего мелкого. Я слушаю. Короче, это приятное сокращение мышц в определенном ритме в конце цикла сексуальных реакций, понял? Он физический, эндокринологический и, если все делать правильно, эмоциональный, чел. Я ответил на твой вопрос. Боже. У меня появились еще вопросы, мистер Башоу. Сейчас на них мне некогда отвечать. Но мы можем затусить как-нибудь потом. Это новое. Стручок славный парень. Да, к жизни он не очень приспособлен. Зато жуть какой умный. Он даже создал базу данных. Увидишь его разведчиков, поговори с ними. Они расскажут про интересные места и людей. А если поможешь Стручку тут, он снабдит тебя важными картами округа. Хорошо, что плохие парни не умеют гнать этанол. Плохо, что они могут его украсть. Мы с тобой сделали много полезного. Стручкопедия работает на полную катушку. Спасибо. Привет. Привет.